прокомментировал давление США и Владимир Путин. Мы ведем ведь переговоры с нашими партнерами по контрактам, по сделке, а не с третьими странами. То, что американские наши друзья недовольны Южным потоком, но они были недовольны в 1962 году, когда начинался проект «Газ в обмен на трубы» с Федеративной Республикой Германии. Сейчас они тоже этим недовольны, ничего не изменилось. Изменилось только то, что они сами хотят поставлять газ на европейский рынок. Но уверяю вас, что он будет не дешевле российского. Трубный газ всегда дешевле, чем сжиженный газ. Его надо добыть, сланцевый газ, его надо превратить в жидкое состояние, его надо перевести через океан, регазифицировать. Это большие деньги. Это точно дороже, чем наш трубный газ. Но они конкуренты, тем не менее. Это нормальная ситуация, и они делают все для того, чтобы этот контракт сорвать. Так же, как это было многие десятилетия назад. В ходе этой конкурентной борьбы используются и политические средства.